Так, друзья, мы находимся сейчас в поселке Гроза. Именно здесь, в этих развалинах, было кафе. И здесь произошла трагедия, где погибло около 50-60 человек, мирных жителей, которые приходили на поминки по информации, которую придумывали русские СМИ, точнее даже враги, придумывали наши враги, что здесь соберется большое количество солдат, генералов и тому подобное. Сюда прилетел Искандер. Здесь погибли люди. Местный житель навел сюда ракету. И вот мы, собственно, видим результат. Здесь в каждом доме трагедия. Почти каждый второй, третий человек погиб здесь. Видите, какой здесь ужас. Люди несут цветы. Вот так это все выглядит. Никаких военных здесь по мини никогда и не было, видите. Это большая трагедия этого поселка Харьковской области и нашего, собственно, народа. Так вот, сюда был прилет Искандера. Видите, вот все, что осталось от кафе. Собирают завалы до сих пор, металлолом. Все, что осталось от кафе. Вот так вот. Видите, 59 человек погибло на данный момент. Гроза. Все, что осталось. Погибло очень много людей. 59 человек. А местный навел сюда ракету. А погибли люди. Вот так вот все это выглядит. Итак, друзья, мы находимся сейчас на кладбище, и вот могилы погибших тут в несчастный день, 5.10.2023, в октябре месяце, в начале месяца. Видите, сколько могил здесь свежих, вон тоже. Это все люди погибли в тот день от ракеты «Искандер», которая прилетела. И убило этих людей. Погибли только мирные люди. Хотя Рашка кричала, что погибли военные, стреляли по военным. Ну, как всегда. А убивают просто мирных людей. Видите, сколько могил. Видите, тоже, смотрите, свежая могила. Все вот это вот здесь похоронены люди. Видите, какой ужас принесла нам трагедия, принесла нам Россия, обстреливая мирный поселок, не думая о том, что может натворить. Вот так.